Приветствую вас. Для начала хочется сказать, что вам нужно задать свой вопрос в раздел эзотерики, если вы как бы хотите, чтобы вам предсказали, чтобы вам как-то вот объяснили, чтобы вам дали расклад какой-то. Этим занимается эзотерика. И только эзотерика. Значит, соответственно, с точки зрения психологии, вы дали очень мало информации. Вы говорите, муж приезжает в июле домой с работы на межвахту на месяц. Очень волнуюсь за то, как у нас пройдет тот месяц. Поедем ли мы на море? А что мешает вам поехать на море? Почему вы волнуетесь за то, как у вас пройдет тот месяц? Что вы можете сделать для того, чтобы этот месяц прошел хорошо? Вот что конкретно от вас зависит? Вот именно зависящее от вас все. Вы можете сделать? Все, что зависит от вас. Вопрос. Можете? Можете ли вы сделать это от вас зависит, чтобы тот месяц прошел хорошо? Чтобы тот месяц прошел идеально, например. Вы с мужем не виделись достаточно давно. И наверняка он соскучился по вам. Наверняка вы соскучились по нему. Соответственно, ага. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы время, которое вы будете вместе, да, время, которое вы проводите вместе вдвоем. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы это время прошло максимально комфортно, максимально удобно, максимально позитивно для вас. Вот. Подумайте обязательно, это важно, это ценно, и с точки зрения психологии, это едва ли не единственное, что вы можете сделать для того, чтобы, чтобы ваши мечты, чтобы ваши желания реализовались. Это вот первый момент. Второй момент. Вы говорите о том, что, значит, не будем ли мы ругаться из-за его родственников, которые периодически лезут в нашу жизнь. Ругаться здесь не надо. Опять же. Понимаете? То есть, когда вы говорите, не будем ли мы ругаться, когда вы говорите, не будем ли мы ссориться, да, из-за вот родственников, из-за там кого-то еще, вы как бы снимаете ответственность с себя. Вы как бы говорите, что мы ругаемся и все. А кто мы? Ведь это же и вы тоже. Ваша, как бы, реакция. Это ваш выбор так себя вести, например. Это ваш выбор так себя вести с мужем, ссориться с ним. Опять же, подумайте о том, как вы могли бы
поступить, чтобы не ссориться? А зачем муж позволяет родным лезть в вашу жизнь? Для чего родные лезут в вашу жизнь? Зачем вам эти ссоры? Может быть, вам эти ссоры нужны для того, чтобы эмоции выражать? Ну, кто знает, может быть, вы проявляете свои чувства. Понимаете? То есть, это же еще неизвестно, какая у вас пара. Еще неизвестно, что вы из себя представляете, как пара. Понимаете? Вот. Нужно разбираться с этим. И я думаю, что если вы заинтересованы в том, чтобы наладить отношения свои, то вы будете последовательно, планомерно разбираться в том, что не так в ваших отношениях с мужем. Что можно поменять, что можно сделать, что можно подкорректировать. Почему стало возможным вот такая ситуация, что родственники лезут в вашу жизнь? Почему вы позволяете родным лезть в вашу жизнь? То есть, как бы, вы можете, например, позволять родным лезть в жизнь мужа. Это нормально. Но в свою жизнь, например, ну вот именно то, что касается вас, вы имеете полное право не позволять лезть родным мужа. То есть тут не ссориться надо. Тут нужно говорить, что, дорогой, вот смотри, вот твои родственники делают это то-то, и мне вот такой вот вред. Мне вот такой негатив из-за этого причиняется. Как бы я не хочу, чтобы этот негатив у меня был. Давай подумаем, что можно сделать. Вот. И все. Понимаете, то есть не надо ссориться. Ссорами вы ничего не добьетесь, ссорами вы ничего никому не докажете. Как бы. Вот. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, для себя этот момент выделить обязательно. Постарайтесь для себя именно эти аспекты продумать как следует. У вас с мужем определенно есть какие-то проблемы. Ага. Проблемы системные. То есть, что значит системные проблемы? Системные, то есть повторяющиеся, то есть имеющие постоянный характер. Вот. И соответственно, эти проблемы, имеющие постоянный характер, нужно разбирать. И откуда они взяли? Родители, это, мне кажется, родители это только следствие. А проблема в другом. Ведь муж, он же разрешил родным вмешиваться. Муж, ведь он же позволил родным вмешаться в вашу жизнь. Он для чего-то это сделал? Ему это для чего-то было нужно? Вот и вопрос логично задать. Зачем ему это? А почему вы терпели это? Вот. Когда вы ссоритесь, что вами движет? А как бы можно было поступить по-другому, чтобы не ссориться? А когда вы ссоритесь, что вас говорит? Какие чувства вас говорят, когда вы ссоритесь? Вот. А имеет ли это отношение к мужу вообще? Или это чисто ваше желание, например? А как бы поступил вот, ну вот, если не ваше желание, да, а если как бы вот такая позиция взрослого, самостоятельного человека, как бы вот он поступил на этом, ну вот, на месте вот вашем, понимаете?
То есть вот об этом постарайтесь подумать. Это важно. То есть не вступайте в ссоры. Знаете, не нужно вступать в ссоры. В этом нет ничего хорошего для вас, по крайней мере. Понимаете? Ссоры это не то, что как-то поможет вам разрешить проблему свою с мужем, да, или с кем-то еще. Нужны правила, нужны границы, нужно договариваться с мужем. А если он не хочет договариваться, например, ну, извините, это уже, как бы, это уже серьезно тогда. Если он не хочет с вами договариваться, значит, можно говорить о том, что, а вообще, насколько человек заинтересован в том, чтобы быть с вами, насколько человек заинтересован в том, чтобы создавать с вами, ну, продолжать создавать с вами семью, продолжать бороться за семью, ведь это же работа двоих людей, это же не работа только одного человека, да, понимаете, надеюсь, о чем идет речь. То есть вот так, вот эти все вещи нужно обдумать как следует. И тогда уже прийти к какому-то выводу, к какому-то решению и дальше уже думать, что делать. То есть, либо, например, обращаться к семейному психологу за консультациями, либо, соответственно, надеяться, что все само собой разрешится, либо гадать. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.